Я показать несколько упражнений. Я думаю, ты знаешь, как бы у нас в гимнастике художественной это главное, это растяжка, гибкость. Да, это мне очень не повредит. Для начала мы сделаем не очень сложное упражнение, это просто наклоны будут в сторону, вперед и назад. Мы делаем наклон в правую сторону, затем в левую. Дальше руки наверх, назад прогибаемся. А теперь делаем складку вперед. Стараемся коснуться грудью. Да, молодец. И еще раз. В сторону. Как можно ниже. В левую сторону. Назад. И чтоб спина отдохнула, складку вперед. Теперь предлагаю немного потянуться. Это просто мы берем, допустим, правую ногу за колено и тянем к груди. Да. Я попробую, конечно, исполнить. Здесь помимо растяжки еще баланс. Кстати, даже не очень немаловажен для горных лыж баланс. То же самое с другой ноги. Теперь мы можем потянуть переднюю поверхность бедра. То мы вот так вот стараемся пятка коснуться ягодиц. На другую ногу. Ну, по-моему, у меня получается неплохо, да? У тебя хорошо получается. Отлично. Теперь давай опустимся на пол. Сделаем складку вперед на полу. Ноги вместе у нас. Так как мы гимнастки, у нас стопа натянута. Тебе это не обязательно делать. Я попытаюсь полугимнастку показать. Мы делаем наклон вперед и стараемся как можно ниже коснуться грудью, головой, ног. Чувствуете, тянет связки под коленями? У меня, по-моему, вся задняя поверхность бедра и, да. И связки под коленями в том числе тоже тянутся. Надо будет как можно чаще выполнять это упражнение, чтобы потом в следующий раз, когда я приду... Покажешь класс, да? Да, я уже буду. Выпады? Попробуешь? Попробую, конечно. Выпад на правую ногу. Так вот, как бы, это как бы подготовка к тому, чтобы сделать шпагат. Мы сначала делаем выпады, а потом затем ты ногу выпрямляешь, садишься на шпагат. Так, все, что... Соответственно, если человек не садится на шпагат, он начинает вот с такого уровня, и потихоньку растягивается. И лет через 8 он садится на шпагат. Нет, и то же самое на другую ногу. Это хорошо получается, между прочим. Выпад. Выпад неплохо, по-моему, да. Да. Даже так можете такие покачащие движения, как бы, чтобы растягиваться. Ну и можно попробовать сделать шпагат. Саша, я надеюсь, что тебе понравилось. Мне очень понравилось. Да, мы тебе показали так, что упражнение на растяжку. Конечно же, ждем тебя снова. Приходи, будем рады тебя видеть. Спасибо большое, обязательно приду. Тебе спасибо.